Разыщи меня в Афинах, у холма Пникс. Поехали. Элла. Афины. Посмотрим, что ж... Стоит здесь оставаться. Пусть войска спартанцев стоят у наших стен, но мы должны объединиться ради славы Афин. Слава тебе! Друзья, друзья, прошу! Да, спартанцы рядом, прямо у наших стен. Но зачем же уподобляться им? Сочный плод. Как жаль, что спартанцы сожгли поля, где он рос. Парфенон великолепен, Перикл. Но какова цена? Сколько трирем мы бы могли построить? Сейчас нельзя разобщаться. Мы и так разобщены. Спартанцы побеждают. Кто-то должен действовать, Перикл. О, боги, ты здесь. Все хуже, чем я думал. Клеон собрал толпу. Надо спешить. Куда? К Периклу. Назад. Она не угроза для Перикла, уверяю. А, Геродот? Все хорошо. Пропустите. Рад вновь тебя видеть, Перикл. И я тебя. Жаль только, что при таких обстоятельствах. А это кто? Кассандра. Здравствуй, Кассандра. Как тебе то, что творится в Афинах? Думаю, вы с Клеоном оба правы.
Правота отнюдь не то, что волновало толпу. Они боятся, а Клеон потакает им. Перикл, мы тут, чтобы... Нужно выбрать момент с осторожностью и поговорить наедине. Ладно. Мы пришли сюда по важному делу. Как и все прочие. Я сказал Кассандре, что ты пригласишь ее на симпосий. Ты просишь меня исключить всех афинян и вместо этого позвать чужеземку? Ты слышал толку? К чему давать им лишний повод? Если она станет работать на тебя, возможно, ее сочтут служанкой. Я не служанка. Кассандра, это Афины. Если хочешь чего-то, будь готова притворяться. И зачем же тебе на симпосии? У всех свои мотивы, даже у тебя. А ты неплохо разбираешься в людях. Скажи мне, что делать? Сначала найди моего соратника, Метеоха. Он не пришел навстречу. Это совсем на него не похоже. Ясно. Моего друга Фидия нужно как можно скорее увезти из Афин. Что-нибудь еще? Да. В городе пройдет остракизм. Ты можешь повлиять на результат. Хорошо. Не привлекай к себе внимания. Отлично. Пусть это и не само приглашение, но у нас появился шанс. Хотя он наверняка пойдет к Аспасии. Лишь бы был результат.